Всем привет, дорогие друзья! Вы снова на канале Георгиев Travel. Наконец-то у меня, как говорится, дошли руки, и я смонтировал те выпуски, которые нужно было смонтировать еще давным-давно. Здесь я покажу отель In Time, отель Marriott, отель Autograph Collection. Сразу прошу простить за качество, это было начало моей блоговой деятельности, поэтому, может быть, здесь будет качество чуть ниже, чем выпуски уже сейчас. Подпишитесь прямо сейчас на мой канал, чтобы не пропустить новые свежие выпуски, и приятного просмотра! Отель In Time Resort Sunshine, 5 звезд категория, бухта Дунхай. Этот отель уже многим людям известен, он здесь стоит уже на протяжении многих лет. То есть многие туристы, которые раньше были сюда, в него обращались, приезжали, здесь находились. Это самый популярный 5-звездочный отель в бухте Дунхай. А здесь что могу сказать? Удачное расположение, опять же, первая линия, большая инфраструктура, бассейны, хорошие номера, панорамные виды. Здесь как бы никаких вопросов я по отелю не могу сказать. Хороший отель, хорошее местоположение. Стоп. Смотрите, а вот и отель Hertons Sea View, который сейчас уже продается, раньше его не продавали. Вот он находится как раз рядом с отелем In Time. Давайте попробуем посмотреть номера, давайте посмотрим бассейны, посмотрим, что там стало, что изменилось за это время. Потому что отель функционирует уже, насколько я знаю, более даже 10 лет, и многие туристы сюда возвращаются снова и снова. Ну, давайте все-таки посмотрим, взвесим все за и против. Я могу сейчас наконец сказать, что это, не самая недорогая пятерка, да, то есть это как бы здесь цена не самая низкая. Часто бывает, что здесь продают сразу специально только с ужинами барбекю. Но в целом, в общем, людям, туристам очень нравится этот отель за счет его расположения удачного, за счет близости к морю, за счет как бы номеров, территории и так далее. Давайте вместе сейчас посмотрим, что это за отель. Гости говорят, что вообще у нас скоро там написано красное, нету места. Иногда нету, да. Иногда, а часто уже. Часто. Номера-то есть? Номера может быть. Друзья, вот мы в отеле In Time. Сейчас нам любезно покажут номер. Я вам покажу, что здесь за номера, чтобы вы сами сделали свой вывод о том, стоит сюда приобретать тур или какой-то другой отель вам стоит приобрести тур. И я напомню, что мы пока рассматриваем бухту Дунхай, бухта Ялонг Бэй, бухта Шимэй Бэй, Санья Бэй. У нас будут следующие выпуски. Обязательно вам покажем все, расскажем, какие там находятся отели. Пока мы говорим о самом популярном туристическом месте, это бухта Дунхай. Харман здесь смотрел? Да, был в Хармане. Я там жил, знаю, что такое. Еще не убрали. Ничего страшного, мы вкратце посмотрим. Вот у нас ванна. Да. Такой номер. Это детский, да? Детский какой-то. Развлекательная история. Вот такой у нас номер. Выход на балкон, боковой вид. Вот мы оттуда пришли. Вот красная жемчужная река, Харман. Вот красная этой одной линии у нас находится отель In Time. Еще одну минуту по отелю Hertons. Как видите, вот он с другой стороны. Территории у этого отеля просто нет. Это отель просто на первой линии отель, как говорится. Сейчас мы пройдем еще к бассейну. Вот балкон, вот такой номер. Конечно, уже немножко он такой старенький. Туристы, видишь, говорят, что уже не пятерка. Вот еще номер тоже семейный. Также все то же самое. С детскими кроватями. Оформлен. Симпатично. Здесь также имеется балкон у нас. И вот тоже с видом, да, на море. А вон там у нас бассейн, да? Вот это вон тот, да, бассейн? Да, ваш? Там тоже. А в него с первого этажа можно выйти, да? Да, с первого этажа. Все, хорошо, пойдем. То есть туда-то пройду. Вот еще раз номер. In Time, сами туристы говорят, что за эти деньги он, конечно, того не стоит. Сейчас еще немножко есть нюансы, ремонт идет, может быть, там заметили, да? Лифты не все работают, поэтому люди как-то... не очень, говорит, за эти деньги, говорит, мы приезжали лет 5 назад, здесь было как бы хорошо, а сейчас как-то, можно было что-то бы там и другое, да. Что можно сказать, отели как бы новые появляются, старые, понятно, перестают конкурировать, надо что-то обновлять, делать, я думаю, если это отель сделает какую-то реновацию, он наверняка выиграет. Снова засияет своими красками. В общем, делайте выводы сами, да, то есть туристов, как говорится, не очень много, да, получается, здесь бронируют, русские говорят. Но есть. Многие сюда приезжают, опять же, за близостью к медицинским центрам для лечения.
Ну вот. Отель In Time. Постонародье Intim. Идем бассейн смотреть. Ну да, немножко отель уже подустал. Уже досточки здесь проваливаются где-то. Вот территория, где-то ремонт идет. Сейчас выходим к бассейнам. Это декоративная история. Да, как-то не очень безопасно туда для детей такие переходы, я думаю. Ну ладно. Ну, в общем, вот мы пришли к бассейнам. Вот у нас бассейны. Ну, как обычно, более глубокие, более мелкие для детей. Вот еще один бассейн отеля. Ну, здесь более безопасно, более комфортно. Здесь мелкая часть его и глубокая. Давайте тогда сделаем резюме. Отель In Time, категория 5 звезд, бухта Дунхай, первая линия. Что хорошего можно сказать про отель? То, что, говорю, он удачно расположен, есть рядом все, вся инфраструктура, что отель пока категория 5 звезд, номера мы видели, как бы они не очень большие, ну да, они такие радостные, раскрашенные, да, какой-то детской морской там с тематикой, но, тем не менее, многие туристы говорят, что на 5 звезд он вообще не тянет, да, и, соответственно, сейчас там где-то проходит ремонт, иногда где-то не работают лифты, поэтому... И говорят, что цена, за которую мы покупаем, она достаточно, ну, наверное, не стоит того. Ну, собственно, как я говорил, может быть, есть смысл рассмотреть соседники, другие варианты пятизвездочных отелей. И немножко здесь уже в качестве рекламы опять прорекламирую отель Harmon, да, в котором все-таки новый ремонт, точнее, это новая постройка, отличный бассейн, отличная инфраструктура, отличный сервис, и не чувствуется, что звезды отвалились. Да, еще есть дополнение по отелю In Time. Если этот отель все-таки рассматривать как для семейного отдыха, если вы приезжаете с маленькими детьми, я бы на самом деле его, наверное, не сильно рекомендовал. Очень такой ландшафт, скажем, небезопасный. Везде эти камни, какие-то овраги, камни перешагивают. То есть дети маленькие, у вас, не знаю, там до 5 лет, я думаю, не очень безопасно находиться на этой территории для них, потому что либо они могут споткнуться или упасть, там, не дай бог, или еще что-то. Ну, в общем, говорю, дело ваше, как бы, слушайте, возможно, своих турагентов, если они вам правильно расскажут. Но на сегодняшний момент, находясь здесь, я бы не очень рекомендовал этот отель для семейного отдыха. Наверное, это более для взрослого, может быть, какого-то романтического, в какой-то степени, рядом с морем. Ну, как и говорю, та цена, которая за него сейчас спросят, она того не стоит. Так что делайте выводы сами. Идем дальше. Друзья, находясь на отдыхе, особенно в жаркой стране, никогда не забывайте пополнять себя водой, да, потому что водный баланс – это очень важно, особенно на жаре. А вы ходите, все равно вам жарко, вы потеете, расходуете энергию. И если вы мало воды пьете, у вас, скорее всего, наступит вялое состояние, вы будете, возможно, себя недомогать. И вот вы заметите, как только вы пьете воды, он сразу станет легче. Поэтому воды пейте больше, не менее 2 литров в день, не менее 2 литров в день. И не забывайте об этом. Смотрите, да, по дороге, пока мы шли по отелям, я забежал в сад долголетия, это медицинский центр китайской традиционной медицины, в котором вы можете получить лечение качественное. Это лицензируемый, с лицензией, центр медицинский, который оказывает качественные услуги. Здесь понятно, сначала вас осмотрит терапевт, даст какое-то решение. Если у вас есть уже какие-то жалобы, да, обязательно выскажите их, да, чтобы вы максимально точно поставили какую-то программу лечения. Дело ваше, хотите, как бы, пользуйтесь, хотите, нет. А многие опять думают, что нас здесь разводят на что-то. Дело ваше, как бы. Китайская традиционная медицина нацелена на то, чтобы восстановить баланс инь-янь, да. То есть вокруг везде энергия ци, а у вас внутри баланс инь-янь. Если этот баланс держать в уровне, то организм сам излечится. Вот принцип китайской народной медицины. Поэтому решайте сами, обращаться вам в такие центры или нет, или продолжать лечиться таблетками. Я здесь навязывать не буду, как бы с этого деньги персональные никакие не получаю, да, поэтому решайте сами, пользоваться медицинскими услугами в Китае или нет. Ну, на вашем месте ради интереса я бы обязательно его посетил, тем более, насколько я знаю, что первоначально осмотр терапевта, он бесплатный. Так что, пожалуйста, обращайтесь, посмотрите. Ну,
быть на Хайнане и не попробовать китайскую медицину, я думаю, то же самое, что, как говорится, не попробовать китайскую лапшу, да, их местную здесь. Еще одна изюминка – бухта Дадунхай. Это отель «Автограф Коллекшн» сети Marriott. Мы сейчас здесь посмотрим, как здесь круто, здорово. Здесь посмотрим номера, бассейны, территории. Это замечательный отель. Если вы считаете, что вы особенный и вам хочется провести незабываемый отпуск, насладиться отелем, шикарным видом, шикарным бассейном и всем остальным сервисом, то вам обязательно сюда надо попасть. Вот такое роскошное лобби у этого отеля. Уже создает впечатление праздника, да, и уже создает отношение к этому месту, к этой бухте. Совсем другое ощущение складывается. Я как раз об этом хотел поговорить, да, то есть, несмотря на то, что многие хотят отдохнуть, ну, нам, говорит, главное уехать. Очень часто, на самом деле, это не всегда так, очень часто надо заморочиться на отель, заморочиться на место. Я согласен, не во всех абсолютно ситуациях, но в некоторых так и надо сделать, потому что место все-таки дает свою атмосферу, где ты отдыхаешь, и ощущение другое. Поэтому у многих отдыхающих складывается впечатление об острове, либо очень-очень хорошее, либо не всегда положительное, только потому, что не очень правильно выбран отель, особенно со своими ожиданиями. То есть многие люди ожидают одного, приезжают другое. Поэтому я настоятельно рекомендую, консультируйтесь, смотрите, спрашивайте, задавайте вопросы своих агентств. Если как бы готовы, можете обратиться ко мне, моя ссылка в описании, можете задать вопрос мне, и я отвечу на все ваши вопросы. Порекомендую, какой выбрать отель, в каком месте, в какой бухте, потому что я являюсь экспертом по Хайнане, не побоюсь этого слова, потому что я здесь регулярно, и в том числе со своей семьей. Поэтому знаю, какой отель вам лучше подойдет, и чтобы это было выгодно, интересно и качественно. Поехали дальше смотреть. Ну и, конечно же, здесь детский клуб есть. Смотрите, здесь у нас детский клуб, в котором есть всевозможные развлечения, игры, игрушки. Здесь можно заняться рисованием, просто провести время. Здесь прохладненько, уютно. Я думаю, вам с малышом здесь будет очень комфортно. Вот такая комната здесь есть. Лепить можно, видимо, рисовать, остальное дело. А также есть вот такой детский городок. Это как раз то, что нужно для семейного отдыха, когда есть разные зоны, где можно провести время с детьми, как в бассейне, на территории отеля или в таком детском клубе. Поверьте, не все отели имеют такие роскошные места. Так что очень рекомендую этот отель «Автограф Коллекшн» сети Marriott. А еще здесь проходят ужины по системе «Шведский стол» в ресторане, который выполнен в китайском традиционном стиле. Все ходим, ходим, да, ходим и ходим по отелям. А где же море, спросите вы? Да вот оно как раз позади нас. Мы на самом деле здесь дали круг, здесь не такая большая бухта Дадунхай на самом деле. Мы вышли оттуда, пошли по той стороне и начали возвращаться по уже набережной, по берегу, да. Сзади у нас большая площадь, ее, кстати, в том году тоже отремонтировали, она уже очень хорошо украшена, вот там драконы стоят, да, каждый вечер там проходят какие-то там танцы, какие-то музыка играет, ну, традиционные китайские вечерние развлечения, да. Соответственно, вот мы пришли оттуда, здесь у нас вот хвостик торчит, это отель Harman, это у нас за деревьями Южный Китай, это новый отель строится Дадунхай. Сзади нас как раз, вот мы разговаривали, сзади нас вот здесь будет отель Линда Сивью. Знаете, так пока идем, вкратце дам резюме.
по поводу отеля. Выбирайте категорию 3 звезды, если вы активный путешественник, и вам важен только ночлег, а далее вы планируете уже так двигаться самостоятельно. Тогда действительно нет смысла переплачивать за количество звезд в отеле, комфорт и так далее. Берите самое дешевое, еще проще фортуну, чтобы не было проблем с подтверждением, особенно если у вас близкие даты к вылету, и вы попадете в какой-то один из 3-звездочных отелей, возможно, даже в 4. Если вы все-таки хотите какой-то более-менее получить сервис, выбирайте либо 4, или лучше 5 звезд. Я скажу, сильно большой разницы, будьте духами, между 4-звездочными, 5-звездочными отелями, таким, допустим, как Harman, или, как я говорил, Южный Китай, или вот сейчас мы будем Жемчужная река проходить, да, особо нет. Иногда даже 5-звездочные бывают в цене дешевле, чем 4-звездочные. Поэтому смотрите, выбирайте, в этом обязательно помогу я, моя ссылка в описании. Всегда летайте с надежным туроператором. Зацените URV 3.7 Turbo. Вот это машинка, вот это круто. Друзья, уже очень давно обожаю Honda. Блин, я когда приезжаю в Китай, здесь такие Honda. Вот это Honda URV. Внедорожник такой, очень крутая, очень просторная. Здесь все такое нету. Блин, забрал бы. Но экспорт невозможен автомобилей из Китая, к сожалению. А так очень крутая машина. Ну вот, приехали мы в отель Marriott. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Также роскошный отель. Сейчас мы попробуем посмотреть также номера, бассейн, территории, детский клуб. Ну да, здесь тоже есть детский клуб. Сейчас зайдем посмотрим. Так, а он закрыт. Мы с вами в отеле Marriott, который находится рядом с автографом. Это отель категории 5 звезд. Находится он на первой линии. Это бухта Дадунхай. Здесь очень много плюсов, большая инфраструктура, очень много всего внутри. Есть детский клуб, бассейны. То есть есть все. Есть небольшие замечания такие, что у него нет собственного пляжа, но регулярно ходит шаттл до основного песочного пляжа. Здесь его нет по одной простой причине, что здесь находятся кораллы, да, камни, и не очень комфортно купаться, поэтому всех людей отвозят как бы на песчаный пляж, ну, если это недалеко, либо можно тут буквально там 50 метров пройти, у вас будет песчаный пляж. Очень достойная история для вашего семейного отдыха. Здесь очень много людей с детьми приезжают, так что тоже можете сюда приехать. А вот мы даже попали на небольшую кухню в отеле Marriott и показываем, как здесь готовит повар еду. Скоро здесь будет проходить ужин по системе шведский стол. Ну, это обычная норма. Отель Marriott, категория 5 звезд, бухта Дадунхай. Отличный семейный отель для семейного отдыха. С детьми или вы просто сюда приехали, здесь будет очень комфортно вам. А здесь что есть? Здесь есть номера с видами на бассейн, на горы, на море. Рядом у нас находится автограф коллекшн, в котором мы только что были, да? То есть они находятся соседним. Пользоваться можно одной территорией, она сдвоенная. Также можете пользоваться бассейнами. Здесь представлено питание как завтраки, так и ужины по системе шведский стол. Вы их можете докупить на месте. Плюсы здесь какие? То, что здесь некая уединенность и такой лакшери премиум отдых. Вот она, бухта Дадунхай. Давайте еще раз я вам напомню, что здесь находится. У нас здесь находится по порядку. Мы сейчас стоим в отеле Marriott. Это автограф коллекшн сети Marriott. Дальше мы сейчас здесь увидим, ну, то, что нам видится, да. Это отель In Time. Далее мы видим Жемчужная река. Далее вот у нас большой с китайским иероглифом отель Дадунхай, рядом с ним Южный Китай, и непосредственно вот желтая верхушка, как у ананаса, да, это отель Harman. Вот это все береговая линия бухты Дадунхай, то есть мы ее прошли полностью с вами. От самого начала за дорогой посмотрели 3-звездочные отели, 4-звездочные отели, посмотрели 5-звездочные отели. Мы обошли с вами вот эту бухту, вот от самого начала сделали такой большой круг.
и пришли сюда. На этом мы закончим нашу серию и знакомство с бухтой Донхай. Я жду вас здесь всех, желаю вам здесь хорошего провести хорошо время, отдохнуть, набраться полноценных сил, ведь остров Хайнань — это на самом деле душевный остров, на котором вы можете восстановить свои силы, поправить здоровье, если необходимо, и просто набраться солнечной энергии, которая вас будет двигать дальше вперед в этой жизни. Приезжайте сюда одни, с детьми, с семьями, вдвоем, как угодно. Главное, что есть очень комфортный, мягкий климат, очень ласковое и чистое море. И здесь очень классно отдыхать. Давайте увидимся в следующей серии. Подписывайтесь на мой канал, можете задавать мне комментарии, написать мне личные сообщения, перейти на сайт, я обязательно отвечу. Еще раз проконсультирую, если какие-то вопросы не ответил, я обязательно на них отвечу. Спасибо, что вы были со мной весь этот выпуск. Спасибо, встретимся еще. Еще много чего интересного я буду для вас снимать и выкладывать, для того, чтобы вы четко знали, куда вам поехать, как правильно отдохнуть, чтобы ваши ожидания совпали с ожиданиями здесь.